Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Забираем свои ежедневные награды за Лигу Сёгунов Одна Звезда. И посмотрим, куда меня сейчас сбросили. Так, подожди-ка, в магазин забежим. Откроем бесплатно колоду. Плюс ко всему мы с тобой заберем реварды. Так, за колоду и за пройденную серию испытаний. Так, поднять уровень персонажа, это все понятно. И идем сразу же с тобой на Джастина. Вот он. И смотрим, что у нас там по навыкам. Так, нам нужно с тобой найти 13 кружек. 13. Ну что, давай попробуем. Первую нашли. Вторая. Третья. Еще 10. Уже 9. 8. 7. 6, слушай, неплохо идет. 5. Последние 5 остается, да? 4. Ай-яй-яй. Ну как так-то? 3. Ох ты. Осечка. 2. Так, давай. И последняя. И последнюю мне. Все, ребята. Отлично. Так, ну что, прокачиваем ему 7500. Как раз хватает. А вот насчет повышения уровня, я не знаю, ребята, как мы сделаем с тобой. Слушай, нужно будет 10 геймпадов и 3 джойстика, да? Получается. Но это уже будет в следующей серии. Так, давай-ка мы заберем с тобой ревард. Вот поднять уровень персонажа. Как мне это сделать? У меня мутагена 1700. Кого я тут смогу прапать? Вот скажи мне на милость. Хотя, погоди-ка. Я могу же бибопа вроде бы прокачать. Блин, одной ДНК, ребят, не хватает, прикинь. Или же Рокстеди, ну-ка. Вот, пускай будет Рокстеди у нас с тобой 41 уровня. Отлично. Так, забираем фулл ревард. И идем с тобой на арену. Смотрим, ребята, где я сейчас нахожусь. В Лиге Самураев. 3 звезды на 84 позиции. Вы серьезно? Нет, не-не-не-не-не. Я на это не подписывался. Мы с тобой пойдем сейчас, будем быстренько повышаться по карьерной лестнице. Начнем, да нет, наверное, не будем мы с тобой брать пока Лео. Будем по старинке с тобой действовать, да? Ну, по старинке я имею в виду несколько слабых персонажей, да, и несколько сильных. Вот таким вот образом мы с тобой будем продвигаться. Я надеюсь, что удачно, без смертей. И все у нас будет хорошо. Так, Леонардо здесь, да? Вот этот вот парень. Слушай, давай, наверное, вот так вот сделаем. Массовую атаку. Понизили атаку им. Дальше вот будем брать с тобой Леонардо в расход. Надо его запускать, потому что иначе он будет, ребята, хилять команду. Ну-ка, подобьем. Все отлично. Так, теперь массовая атака от Лео Фильм. Угу. Ну, согласись, очень слабенькая атака. Хилеться нам пока не нужно. Давай сделаем выстрел. Ну хотя бы оглушение, ладно, фиг с ним. Так, тихо, тихо. Смотри, у них у всех контр-удар. Так, что же мы можем сделать? Если я сейчас бомбану, они все будут атаковать, да, получается? Тогда давай по одному. Ай, сейчас ударит. Но нам нужно добивать с тобой в любом случае. Нейтрализатора. Криса Брэдфорда тоже бы не помешало уничтожить. Теперь Макмана. Ну-ка попробуем, Лео, давай. Ай, сейчас удар тебе. Трындец. Ребята, хиляемся срочно. Хил, 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 давай, давай. А у нас он не прокачан, ни шиша. Упс. Донни добьет, да? Этот пройдоха, ребята, конечно же. Я не могу понять, а почему? Это не хил был. Это, ребята, был иммунитет. Ё-моё, вот это я лопухнулся. Я бы лучше бы удар бы нанес тогда. О, господи. Какой же я, ребята, профан сейчас был. Я-то думал, что он хиляет. А хиляет-то не этот бибо, показывается, да, а другой, который в костюме кролика. А я ошибся. Вот так вот, ребята, из-за этого у меня подбили одного персонажа. Из-за моей вины, из-за моей невнимательности. Ладно, давай возьмем Олега. На самом деле я
начал дуростью заниматься, надо было брать вот Леонардо, да, и вместе с ним брать самый-самый-самый дальний хвост. Вот это вот. Вот отсюда надо начинать уже бомбить. Все, хватит. Натерпелся. Психанул, ребята, и разозлился. Будем бомбить их всех. Давай, Лео, врубай вертушку. Я на них любоваться больше здесь не намерен. Лига сёгунов 3 звезды. Точнее, самураев. Как... Это ни в какие ворота, ребят, не вписывается. Это что за... Что это за, извини меня, за ранг такой? Я офигею. Скинули меня, да? И такие довольные все. Нет, сейчас мы с тобой будем опять занимать свои достойные позиции. Сегодня у нас еще с тобой испытание. Об этом не стоит забывать. Так что обязательно будем проходить его. Так, ну что, погнали. Лео, давай. Не скупись на крит урон. И бомби их как... Ну, все поняли, да? Как кто? Главное, чтобы рифма была, понимаешь? Рифма. Так, ну, 49-я позиция была. Становится у нас с тобой 26-я. 49-я становится 26-я. То есть, если мы сейчас с тобой выиграем поединок, возможно, мы даже перейдем, да? В Лигу Сёгунов. Есть такая вероятность. Вот только я ищу... О, 15-19. После этого поединка мы точно с тобой должны подняться по рангу. Раз, два, три, четыре. Заодно мы с тобой пока отыгрываем слабых персонажей, да? Зарабатываем кучу кубков, продвигаемся по лиге. Это то, что нам нужно. Не забывайте, что на этой неделе у нас разыгрывается крэнк классический, на которого я должен, ребята, накопить. Потому что если мы накопим с вами, да, и будем в топчике на этой неделе, мы получим с вами 50 ДНК. Этого как раз достаточно будет, чтобы, да, чтобы крэнк у меня получил четвертую золотую звезду. Ну что же, так, 15-19. Давай-ка мы с тобой попробуем 16-20 выудить. Вряд ли, да, конечно. Скорее всего, не дадут. Ладно, фиксим. Тогда возьмем Наталью. Берем Наталью. И кто у нас тут еще остался? О, как много еще персонажей у нас, с которыми мы с тобой можем спокойненько играть. Ну, естественно, на заднем плане. То есть они будут просто стоять и наблюдать, как Леонардо всех бомбит. Да, Лео крутой, тут не поспоришь. Вы, ребята, можете сразу же, конечно же, промотать. Я не знаю, там минут, наверное, 7 вперед. Потому что ближайшие, там, я не знаю, сколько боев, у меня будет Леонардо только лишь рулить. То есть только он сейчас будет тут разбираться со всеми. Потому что я, ты сам видел, хотел как лучше, да? Выбрал персонажей и их разобрали. Точнее, не их, а одного из моих персонажей разобрали. И я потерял. Потерял, ну, как минимум, наверное, 10 кубков. Может быть, чуть поменьше, но все равно, ребят, неприятно. Так, ну что, продвигаемся с тобой дальше. Конечно, так неинтересно, когда один имбовый персонаж бомбит слабеньких. Но зато быстро. Зато очень быстро это все проходит. Так, 56-я позиция. Ну что, теперь я думаю, наверное, я возьму, знаешь что? Так, что, до сих пор 15-19? Серьезно, что ли? Ну ты смотри, не хотят мне давать никого послабже. Ладно, Вейн. Давай возьмем Вейна. Я возьму, наверное, сюда Змейка Вьюна. Змейка Вьюна и Ванюшу. Вот смотри, и как ты думаешь, вот мы сможем пройти? М? Рискую, ребята. Вся надежда на Змейка Вьюна и на Ваньку. Вот сейчас мы и проверим истинный подход. Трындец, по-моему, ребята. По-моему, трындец моему истинному подходу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что же сейчас будет, ребята? Кого мне там нужно? Ваньку, Ваньку, как можно быстрее надо. Они еще и меткость себе, еще и хил. У-у-у, все, ребята. Так, ну хотя бы одного подбили. Так, кого, в кого он бросает? Все, мы с тобой, по-моему, майки сейчас потеряем. Кофемашина, взрывайся. Вы серьезно? А знаешь, почему вот это вот все происходит? М? Я тебе отвечу, почему. Потому что, ребята, у нас с вами... Потому что у нас с вами не прокачаны скиллы.
Поэтому они вот так вот ничтожно наносят урон, понимаешь? Вот и все. И опять, ребята, лопухнулся. Опять минус один боец. Ну что ты будешь делать, а? Хотел как лучше, как интереснее сделал, ё-моё. Ладно, фиг с ним. В конце концов, мы с тобой не корову проигрываем, верно? Так, давай возьмем мир, дверь, мяч. Нифига ты назвался, парень. Давай я возьму Железноголового и Рокзары. Но этих двоих-то им 100% не пробить. Вообще не пробить никому. Массовых атак, если только, конечно, кучу набросать мне. Да и то вряд ли. Ну что, Железноголовый сейчас выпустит свои ракеты. Я думаю, что на этом будет... А, вот как. Ну ладно, окей. Рокзар встает в стоечку. Танцы буги-вуги, понятно. Кстати, один из подписчиков написал: Рэй, что такое за танцы буги-вуги? Ребят, я сам не знаю, как они выглядят, но, наверное, какие-то ритмичные буги-вуги. Так, ну что, добиваем их, наверное? Да. Отличненько. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше, довольно неплохо. Вот здесь вот получилось у нас, а вот те предыдущие бои, конечно, кисло. Кисло вышло все. Так, ну что, у нас Сёгун. Я так понимаю, сейчас будет после этого боя Сёгун 2 звезды. Все равно маловато. И у нас с тобой Марат, который дает нам 15-20. Я возьму, наверное, Усаги здесь. Тихо, Армагоша, не спеши. До тебя очередь дойдет. И отыгрываем с тобой 45-х. Кстати, кто-то, один из подписчиков написал: Рэй, подгони всех до полтинчика. Я, кстати, тоже думаю, вот было бы неплохо всех догнать до 50 уровня. В принципе, здесь ничего сложного нету. До полтинчика все прокачиваются, в принципе, быстро. Единственное, что не всех я смогу, по-моему, прокачать. Хотя в серебре, по-моему, все прокачиваются до 50 уровня. Так что есть смысл с этим заморочиться. Подумаем, ребята, над этим. Так, ну, а мы с тобой двигаемся дальше. Итак, да, Сёгун 2 звезды. Уже хорошо. Уже замечательно. Так, я возьму, наверное, Джордана. Возьмем с тобой Джордана. Возьмем Армагона. Я думаю, что его, наверное, одного здесь будет достаточно. А вдруг нет? А вдруг у него инициатива слабая? Да нет, он должен быть хорош. Он должен быть первым. Ну, проверим. Сейчас посмотрим. Хлоп. Да, ребята, я был прав. Он, как говорится, оправдал мое доверие. Он всех нахлобучил с одного удара. И мы с тобой двигаемся дальше. Конечно же, дальше. Сегодня мы должны их, ну, хотя бы до мастера дойти. А лучше вообще мастер 2 звезды. Это вообще было бы для меня идеально. Так, что мы тут с тобой видим? Я возьму, наверное, Орландо. Арналдо. Вот даже как правильно будет. Возьму я, наверное, Бакстера Стокмана. Слушай, он один-то справится, как ты думаешь, Бакстер Стокман? Раз, два, три, четыре. Сейчас проверим. В любом случае, друзья мои, какой бы он ни был отстающий, у него должна быть инициатива все равно лучше. Вот вопрос, кого... Давай, наверное, волну все-таки. Упс. Хотя нет, ребята, они все под постепенным уроном, так что... Должны отдуплиться. Вот насчет Донателло... Я не совсем уверен. А, все прекрасненько. И этого добили. Отлично, опять же нам повезло, что сработал постепенный урон. И причем на всех. Вот это классно было, а то бы сейчас полетели опять наши головы бы. Так, ну что, двигаемся с тобой. 72-е местечко было и становится 55-е. Угу. 55-е. Мне дадут 16-21. Вот было же, ё-моё, ребята. Поздно увидел. Ну, значит, реально получить же, да? 16-21. Реально. Вот, видишь, есть. Это у нас Тони. Давай я возьму Леонардо и отыграем с тобой 50 уровни. Там уже падут 52. Остановимся где-то, но на 60-х. Там уже будем Леонардо не брать. Там уже пойдут совсем другие бойцы, и там, в принципе, нам будет полегче. Так, Сек, это что такое? Лео, ты чё вытворяешь, Леонардо? Ты...
Опа. А вот это, друзья мои, подстава. Ну и... Да, ну и сыграли мы сегодня. За сегодняшнюю еще пока не законченную у нас арену минус 3 бойца. А в среднем это где-то, ну, около 100 кубков, я так понимаю. Может, чуть меньше, но приблизительно вот так вот. 42-я позиция, я офигею. Мои эксперименты до добра не доведут. Так, ну было же, вот, 16-21. Я немножко в афиге, почему-то Лео не справился. Да, надо будет намотать на уст. Да он, по-моему, максималку. Но он должен был 62 уровень валить, в принципе, да, с натяжечкой, но он должен с ним справиться. А там были чисто 60 уровни. И он не потянул? Нет. Все, я понял, ребята, он не тянет. Не хватает у него мощей, короче, до 60 уровня. Он максимально может, как говорится, наносить урон, а дальше уже все. Недобиточки пошли. Окей. Ну. Так, я понимаю, еще бой, и мы с тобой уже будем в Лиге Сёгунов 3 звезды. Кристиночка здесь, да, у нас? Ну что ж, Кристи. Давай я тебя возьму. Возьмем так. Возьмем Донателло. Сплинтера. Ну, пускай будет Карайка. И вот так. Зачем ты, вот скажи мне на милость, я с собой при Леонардо взял вот такую вот команду мощнявых? Объясни, зачем я это сделал? Если сейчас Леонардо бомбанет, и Карайка просто-напросто их добьет всех своими кунаями. Вот и все, вот весь тебе... Не, только не это. Да-да, друзья мои, случилось то, чего я боялся. Игра просто вылетела. Так, ну что, обновляем. Мне нужно 16-21. А что-то не дают, посмотри. Был, блин, вот. Все, ребята. Авери Якоб Вильям. Так, берем с тобой. Так, получается, что мы профукали, что ли, проиграли. Персонажи-то, ребята, у нас отыграли те, как бы, в свою очередь. Блин, ну давай Зека. Я не знаю, ребята, Зек поможет ли мне здесь вообще как-нибудь. Хотя 59 уровень, Леонардо должен их сам вырубить, в принципе. Ну, еще и с помощью Зека, тем более. О, тут понятное дело, все. Пошли делать раскромсон по полной программе. Ладушки, давай смотреть, куда мы с тобой сейчас перепрыгнем. Если перепрыгнем. Ну, должны, по идее, да? Опа! Не тут-то было. Фигушки нам. Фигушки нам сказали, друзья мои. Подерись-ка еще. Ну что ж, давай драться. Янис. Так, Лео, давай возвращайся. Усаги тоже, потому что... Потому что у меня не хватит персонажа, ребята. Я думаю, что мы сегодня с тобой заберемся в Лигу Мастеров, ну хотя бы до 2 звезд. Тут, дай бог, только дойти вообще до 1 звезды. Такими темпами. Проигрыш за проигрышем. Кубков маловато. Что-то не идет игра сегодня у нас. Так, ну что, давай просто добьем их. Все равно они трупаки уже. На тебе. Да получи ты. Не хочет падать, а ты посмотри. Вот и все. То есть, ну, ты сам видел, да, у него какая была маленькая инициатива. Он сходил практически в самый-самый последний раз. И самым последним из всех. Так, ну что, все, у меня 3 звезды. Место у нас 88. Продолжаем. Возьмем, наверное, Артемку с тобой. Возьмем Артемку. 2 откатика потратим. Да, и персонажи у нас с тобой осталось шиш да не шиша. Буквально еще на боя 2. И все. А 2 боя мы даже в... Да, мы даже с тобой в Лигу Мастеров не попадем. Вот что я тебе могу сказать точно. И это все из экспериментов. Хотел как лучше. Позадорнее. Вот тебе и позадорнее. Ну что, разобрали, да? Двигаемся с тобой дальше. Двигаемся дальше. Итак, посмотрим сейчас, какое место мы с тобой займем. Ну, хотя бы до полтинничка бы дойти. 70-е. В бой.
Так, 16-21. Эрнест. Ну, давай возьмем Эрнеста. Раз. Два, три. Так, подожди, внимательно. Тут у нас, ребята, опасно. Здесь 62 уровни. Леонардо однозначно всех бомбануть не сможет. Взял Рафаэля, ну, элементарно, ребят, для того, чтобы встать в стоечку. Ну, в провокацию. Так, сейчас посмотрим. 59-е упадут сразу. Ага. Берем стойку. Ну и теперь пускай атакуют, если захотят. Хотя Паукус, наверное, добьет их. Да, Паукус. Слушай, у него массовые атаки довольно крепкие, сильные. У этого Паукуса, поэтому он бы мог, в принципе, и один здесь справиться, да? Можно было бы даже Карайку не брать. Ну и, в принципе, и Майки. Так, у нас с тобой 51-я позиция. Ну, хотя бы до плотничка дошли. И последний поединок. Возьмем Джорджа, да? Раз, два, три, четыре. Ну что, Лео, давай. Или лучше... Не, давай лучше Усаги возьмем. Потому что Усаги все-таки может повесить постепенный урон. Что очень может хорошо сказаться для нас. Так, проверим. Прекрасно. Так, добьешь Шархан? Да, он добивает. Ну что, здесь можно поставить жирную точку сегодняшней, как говорится, лиги. И посмотреть, какой у нас тут конечный результат. Наверное, 30-я позиция будет. 34-я. Окей. Так, надо будет у меня собрать энергию всю, которая здесь осталась. В обязательном порядочке. Так, по боевке, ребята, испытания. Мы с тобой вчера проходили День Дони. А сегодня будем проходить космические странности. Поехали. Ну, я тебе могу сказать сразу. Это испытание мы, наверное, пройдем полностью, потому что у нас топовые бойцы здесь. Вырубаем автобой. И как минимум до, фиг знает, до какого уровня, до какого эпизода мы с тобой будем именно на нем сидеть. Хотелось бы, конечно, чтобы эти ребята применяли больше массовых атак, чтобы это дело проходило быстрее. Но из массовых атак у нас только у кого? Усаги, Бакстер и Лео. Причем они так долго это все делают, поэтому, наверное, обычными атаками здесь все дело будет намного быстрее происходить. Так, минус крысы. Ну и первый эпизод у нас с тобой пройден. Так, мы получаем с тобой ДНК на Джастина, если я не ошибаюсь. Ну-ка. Так точно, Джастин. Дальше идет Бакстер Стокман. Погнали. 20 уровень противника. Опять же, не стоит волноваться. Все будут падать с одного удара, даже с элементарного прикосновения. Потому что ты сам понимаешь, разница в 50 и 80 уровней, но это... Это просто заоблачно. Тут даже элементарные нубы могли бы их валить. Ага, вот у нас тут Армагон, Бакстер Стокман и Тля. Нейтрализатор еще тут затусовался. Ну все, тут хорошо, ребята. Пока три волны, все это довольно быстро у нас проходится. Там уже начнутся 5-4 волны, вот и там будет чуть-чуть подольше. Окей, Бакстер Стокман в кармане. Вот, а вот дальше после нейтрализатора, ребята, начинаются черепашки космос. Это уже будет нужная для нас ДНК. Так, опять же, тут три волны. Опять же, друзья мои, автобой. Пидич. Мутант-белки. Откуда они вообще взялись, эти мутант-белки? На них немножко капнуло мутагеноида, да? То есть мутагеноида, это же персонаж мутагена. Да тут они все, ребята. Таракан залез в мутаген, стал таким, да? Причем это Донателло привязал ему камеру на спину. И после после мутации он превратился вот в такого таракана, у которого вместо глаза именно камера. Причем вторая мутация привела его к тому, что он становится тлей. Это как у кого там? А, это же получается у нас... У Рокзара, да?
У него тоже, по-моему, две формы мутации. Первая, он становится острозубом, а второй, он становится уже Рахзаром. Поехали, ненавижу грибы, 40 уровень. Так, получили звездюлей. И, как ты видишь, тут уже 4 волны. А вот откуда вот, ребята, вот эти вот чудики, а? Которых я называю стрелозады. У них такое ощущение, что как бы костюмы Йетти, да? Снежных человечков. Только вместо голов у них стоят вот эти вот мини-кренги. И мини-кренги, они везде там у них. Они и в этих сидят, в дронах, да? Внутри, в животе там. Ага, так тут у нас боссы. Два брата-акробата. Один лом, другой лопата. То есть лавовый и электрический голем. Да, я помню ту серию, когда они с этими големами дрались. Было прикольно. Ну, им помогли эти. Мутанты они малые. Все-таки. Отлично. Ну, тут все на изи. Так, а мы с тобой двигаемся дальше. Сейчас мы будем зарабатывать уже черепашки из космоса. Хотя вот у нас первый уже есть, Рафаэль. Дальше идет Леонардо. Потом идет Майки. Ну и потом в конце уже Донателло. Так, ставлю опять же, ребят, на автобой, потому что здесь какой уровень? 50-й. Так, смотрим, кого нам убирать. Да пока еще никого не надо убирать. Даже Бакстер Стокман и тот 90-го уровня. Все пускай стоят на месте. Блин, единственное, что надо все-таки массовыми атаками, наверное, их всех бомбить. Чтобы это как-то было побыстрее. Так, вали отсюда. Окей. Так, переходим на третью волну. О, грибы здесь, а? Смотри. Давай, мне не жалко для этого даже маузеров вызвать. И на последней волне, ну, естественно, тоже будем с собой делать какие-нибудь супер удары. Давай, Юсаги. Кроши, кромсай, уничтожай всех их. Ах ты! Смотри, что происходит. Ну, в принципе, этот не желез. Нормуль. Так, ну что, ДНК на Леонардо Космос мы с тобой забираем. И идем за ДНК на Микеланджело. Так, отлично. Тут Микеланджело, потом Донателло. И в конце самый Армагон. Ну, я не знаю, будем ли мы с тобой. Хотя, какая разница нам, да? Бомбанем Армагона. Там зато можно будет пофармить черепашек Космос. Ну, правда, с шансом выпадения Армагона. Армагон бы мне, конечно, как говорится, не впился ни в одно место. Так, ну что? Блин, я все хочу массовые атаки сделать. О, давай, поехали. Чтобы побыстрее все это дело проходить. Угу, третья волна. Не упал. А нет, упал. Упал, все отлично. Давай. Супер атаку от Усаги. Порвали. И последняя, четвертая волна. Вот они стоят, красавцы, ждут. Дождались. Ну, Лео, кстати, не всех сейчас завалит. О, Армагон выжил. Отлично. Остается всего лишь два эпизода. С Донателло и с этим. С Армагоном. Поехали. Ага, здесь два брата. Надо быть аккуратнее, потому что я помню их урон. Последний, максимальный. Это, конечно, будет что-то с чем-то. Так что, друзья мои, надо будет сохранить побольше жизней, потом сделать уклонение, потом прокачать себе физатаку. Даже, может быть, баф от Усаги нам пригодится, как вариант. Так, пока все хорошо. Третья волна, да? Тут у нас стрелозады стоят. Но с ними мы так разберемся, я думаю. Давай вызовем маузеров. Вот на предпоследней волне нам как раз нужно будет с тобой усилиться по полной программе. Сделать там уклонение. Сделать ярость Рафа. Вот баф от
Усаги. Ой, ё-моё, я же не... Я не то сделал, ребята. Я хотел пробафаться, а нажал на месть. Так, тихо. Кого-то заблочить хочет? Неужели заблочит? Нет, не попал даже. Усиляется, да? Это зря. Это зря вы, ребятушки. Так, ярость Тарафа, повышение атаки. Да ведь не попадешь, ведь все равно. На тебе. Это была месть. Так, валун вызывай. А, нет, нет, ребята, это не валун. Так, вызываем волну с собой. Ага, у них иммунитет. Вот они почему еще живут. Вот что я хотел сделать. Вот этот мне нужен был баф. А я нажал на месть. Блин, у нас сейчас уклонение с тобой закончится. Вот что я тебе могу сказать. Минус. Так, это что такое? Ох ты, сопленыш. Ну вот, друзья мои, мы дошли с вами до двух големов. Вот они выползают, охламоны. Рыслеры фиговые. Что-то соревнуются между собой, кто сильнее, типа, да? Оба. Переключились на нас. Начнем с ракеты. Ты серьезно? Ты серьезно? Мы с одной ракеты снесли. Офигенно, ребята. Ну-ка, Усаги. Все. Что-то тут какие-то они ватные. Уж чересчур были. Ну, мне так лично только в плюс от этого. Так, ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. Последний у нас с тобой бой на сегодня, где будет разыгрываться Армагон. И опять же эти два брата. Ну там у них уже, как ты видел, 85 уровень. Так, и здесь вообще все бойцы будут намного сложнее, чем были до этого. Так что не расслабляемся. Применять мы пока с тобой ничего здесь не будем. Минус крыса. Давай-ка вот эту попробуем. Пускай ребята атакуют, если что, у нас с тобой все равно есть хил, и мы с тобой сможем спокойно отхилиться до фулл хп. Вообще без проблем. Вот единственное, что у нас с тобой нет почему-то двойной атаки, только у Майки. Что-то Усаги как-то нас сегодня не особо порадовал в этом плане, да? Переходим на вторую волну, и здесь у нас кто? Мутант белки, это в принципе фигня. С ними можно тоже легко разобраться. Можно даже было провокацию повесить на нашего Рафаэля, и все было бы четенько. В плане недобитыши, оказывается, здесь у нас были. Так, ну что, третья волна. О, вот с этими нужно, ребята, быстрее разбираться. У них массовые атаки. Как бы не особо охота здесь получать массовый урон. Четвертая волна, предпоследняя, еще раз повторяю. Вот здесь, друзья мои, нам нужно будет все применять. И уклонение, и усиление, в общем, все. Погнали. Блин, надо было баф, наверное, сделать. Ай-яй-яй. А я не успею, да, уже? Хотя мы можем пробафаться у Саги. Отлично, успел. В плане он выжил. Как ты умудрился, а, гаденыш? И этот выжил. А вот это, ребята, уже валунчик. А вот это уже валунчик. Ну, как ты видишь, он особо нам урона не нанес. Ну что же, выходят два брата голема 85 уровня. У них очень большая инициатива, поэтому они сейчас будут сразу же бомбить. У нас уклонение, по-моему, с собой еще висит. Это может нам помочь на первых порах. Единственное, что не хватает ярости Рафа. Так, активируем ее. И пошли, погнали. Угу. Давай уничтожать. Так, ну что ты, голем, там смотришь? Начинается. Так, у нас с собой нету ни ворота, ничего, да, пока? И добивочный. Все. Вот мы их и разобрали. И, соответственно, получаем ДНК на Армагона. И сейчас посмотрим,
Что у нас там будет при фарме? Ну, насколько я помню, это все 4 черепашки из космоса. Так, давай посмотрим. Прав я или не прав? Конечно, прав, ребята. И я, наверное, думаю, что стоит потратить. Да иди ты, зачем мне сейчас Армагон, а? 3 золотых осколка. И все, да? Все, ребята. Сыр у нас с тобой закончился. Ну, а вместе с сыром я тогда буду заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!